Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И вот после довольно-таки долгого перерыва решил записать очередной ролик. Ну, во-первых, начнем с моей почты. Вот вы видите, что 9 числа YouTube по каким-то своим непонятным алгоритмам определил, что у меня есть ссылка под роликом, которая ведет на мошеннический сайт. Это уже, так сказать, был конец всему, потому что этот сайт работает там с 2008 года, на нем хорошие отзывы на Trustpilot, есть такой сайт по отзывам. И, короче, я уже, они там позакрывали мне несколько каналов, я на это внимание не обращал, а тут вот первый страйк мне пошел на свой основной канал. Ну, я им, конечно, написал пару ласковых, и они, как миленькие, извинились и восстановили, убрали этот страйк, короче. Одним словом, с Ютубом, да и с Гуглом вообще творится непонятно что. Тут не знаешь, как себя вести, чтобы не попасть под раздачу. Поэтому просмотрите ролик до конца. Я кое-что изменил в своем общении с вами. Итак, смотрите, вот о чем я вообще-то хочу снять сегодняшний ролик. 14 сентября в своей группе про Amazon, eBay и так далее я вот разместил такой вот пост, в котором оповестил своих одногруппников, что вот начал заниматься таким вот сайтом. Называется Inspire Uplift. Охват публикации составил 178 человек. То есть столько человек его посмотрели. Здесь вот ссылочка на регистрацию. Если кто хотел, мог бы перейти и зарегистрироваться. И начинать тоже потихоньку изучать и попробовать тут зарабатывать. Переходов было всего 15 из 180 почти человек. А между тем, на этом сайте, вот я вам сейчас покажу. Я разместил, вот смотрите, вот 15 человек перешли, и один человек зарегистрировался, и то это моя знакомая, которую я сам зарегистрировал, так сказать. Показал, как это делается, и зарегистрировал. Итак, на этом сайте, вот с 14 сентября до сегодняшнего дня, у меня было 5 продаж уже. Причем один ордер у меня 2 единицы товара. То есть можно сказать, 6 единиц продано. ROI 100+%. 100+. Товар дропшип с AliExpress. Листинг сделан так. Все листинги сделаны так, что возвраты не принимаются. Хотите покупать, хотите нет. Чтобы у меня не было еще и головных болей с китайцами, с возвратами и так далее. Вот эти ордера. Хроника ордеров. Вот с 20 числа пошла первая продажа. Вот видите, на сумму 87 с чем-то. Это вот как раз самый первый ордер и на двойной, ну, 2 штучки. И вот остальные ордера, крайний был от 24 числа. То есть с сайта продажи идут, идет дропшиппинг.
Ну вот почему-то наш человек не хочет сам зарегистрироваться, сам попробовать, сам что-то здесь поковыряться. Я, так сказать, понимаю, что у не каждого есть время и так далее со всем этим разбираться. Тем более именно про этот сайт очень мало информации. Есть в русском сегменте пара толковых видео, и я их скачал, поместил вот сюда. Эта девушка очень толково здесь объясняет, как это и что. А это сюда, это вот будет вот эта вот ссылочка под описанием. Этот сайт Bootsy называется. Вот перейдете сюда, посмотрите. Здесь она тоже более-менее, так сказать, новенькая. Еще раз повторюсь, информации очень мало. Но с него идут продажи. Вот зайдете, посмотрите эти две части. Здесь вот развернете. Оно будет в двух частях. Просто это я с инкогнито зашел, оно не разворачивается. Вот. Вот вторая часть, часть вторая, часть первая. Посмотрите, там в принципе несложно. В принципе несложно здесь разобраться самому, и с этими роликами вам в помощь можете легко начать хотя бы зарабатывать. Этот Bootsy у меня был давно. Я его вообще с другим намерением регистрировал. И здесь, ну, чуть не соответствующее такое название, предложи им работу. Но это не критично. Здесь буду размещать вот такие вещи, которые, ну, на Ютубе не разместишь, грубо говоря. Здесь, чтобы ссылочки можно было спокойно вставлять. Кроме того, здесь будет просто текстовые всякие посты. И не весь контент будет открытым. Здесь у меня есть вот такой опросник. Вот посмотрите, он самый внизу. Этот Bootsy, он вообще-то можно предлагать здесь платную подписку ежемесячную, вот она. Я так прикинул, ну тут это поскольку русскоязычное все, 700 рублей в месяц идет подписка. И не все материалы будут доступны вот так вот в открытом доступе. Будут отдельные короткие видео, отдельные объяснения, отдельные посты. Здесь он устроен таким образом, что почему именно я сюда перекидываюсь? Потому что есть моменты, когда, ну, не надо там оформлять. Вот здесь вы прочитаете вот, в самом первом наверху об авторе. Здесь написаны основные причины, почему я перекидываюсь вот именно сюда. Если кто, кому интересно, кому надо, кому есть польза от того, что следите за мной, вот, пожалуйста, регистрируйтесь здесь и будете получать информацию и по этому сайту, и по другим, вообще по всему тому, чем я занимаюсь. Итак, вот на этом, пожалуй, все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.